Привет, ребят! С вами Полина Червова, и я счастлива видеть вас на моем канале «Английский для начинающих» с Полиной Червовой. Сегодня мы с вами будем обсуждать рукопожатие и как правильно писать этот процесс на английском. Уверена, что вы уже слышали, что в России жмут руки в основном только мужчины друг другу, да? В остальном мире жмут руки также и девушкам, и не только в бизнес-прослойках, да, то есть везде, это совершенно нормально. Итак, давайте же поговорим о том, как правильно сказать «пожимать кому-то руку». То, что мы в русском называем «жать руку», переводится как «to shake hands» – «трясти руки», да? Также вы можете использовать выражение «to shake somebody's hands», то есть пожимать кому-то руки, «to shake someone by the hand» – то же самое, и «to shake hands with someone» – то есть это обменяться рукопожатиями, пожать руки друг другу. Наши примеры. «There was an awkward moment when she didn't know whether to shake his hand» or to kiss his cheek. Это был неловкий момент, когда она не знала, что ей делать, пожать ему руку или поцеловать его в щечку. Вот у меня всегда такие неловкие моменты происходят, потому что я русская девушка, и для меня непривычно, что не нужно пожимать мужчинам руки. И второй пример. She reached across the table to shake his hand. Она потянулась через стол, чтобы пожать его руку. Если вам нужно использовать существительное, то есть сказать рукопожатие, то вы можете использовать выражение handshake, или shaking hands, одинаково. Есть несколько выражений firm handshake, твердое рукопожатие, или warm handshake, это теплое рукопожатие. Например, his handshake was firm and warm. Его рукопожатие было твердым и теплым. И последнее выражение, которое я рекомендую вам запомнить, это to shake hands on something, то есть договориться о чем-то, ударить по рукам. Например, they agreed to lower the price a little and shook hands on the deal. Они договорились снизить цены немного и ударили по рукам. На этом все. Я надеюсь, что видео было несложным и достаточно коротким. Обязательно сделайте коротенькое упражнение, которое вы найдете на последнем слайде. Напишите свои ответы в комментариях, чтобы я могла проверить и дать вам обратную связь. Поставьте, пожалуйста, лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, чтобы мы всегда были на связи. И до встречи в следующих роликах. Пока!